воротах Руна Ярстейн, игрок сборной Норвегии, 22 номер. Мич Вайзер справа, 20-й Марвин Платенхарт, 21-й слева. Джон Брукс, 25-й Себастьян Ланкам, 15-й. Он капитан команды Угерты. Так, ну, здесь, видимо, да, хотят затянуть так поглубже. Стиль игры, вот как сейчас у Герты, да, они сначала контролировали мяч первые 10 минут, потом меняются. Есть какая-то команда, тренер об этом говорит через капитана. Вот все на установке обговаривается, и там не надо говорить капитану, все, опа, гол. А вот и гол. Ну, здесь так лихо подаются прям вглубь вратарской, как будто они знают, что там делать наверняка. Да, здесь вратарник, здесь по-другому не пройдешь, потому что очень большая плотность игроков, и если мяч не передавать... Ой, ну, гол. Вот рассчитывали. Ну что ж, тем лучше. Герта, здорово разобравшись на коротке, здесь потом за счет среднего паса вышла, да, и передача... Вот, наверное, этот пас в штрафную был бы... В открытый футбол, да, атаку на атаку и заканчивать голом, то, конечно, неизвестно, чем это закончится. Я думаю, что это... Опа! И у Герты это еще более симптоматично, потому что навесы были совершены с одного и того же фланга, одним и тем же игроком. Да, чужают использовать игроки Герты, разбегается Вайзер, это как раз его игра, прострел, удар по воротам. Вот. Он его получил здесь просто с лихвой, мог сделать третью голевую передачу и все тому. Посмотрим, Шнаттерер, он бьет по воротам, удар и... Казалось, что вратарь действительно коснулся. Что позволяет ему и на выходе сыграть, и не получить какой-нибудь рикошет неожиданно. Ой-ой-ой. Мяч летит мимо ворот. Там был рикошет. А, вот мяч попал в Ланкампа. И чу, что играют они там все время неудачно. Я имею в виду Баварию. Мюнхен 18-60. Очень хороший проход. Харагучи бьет по воротам и гол. 3-1. По-моему, в этих трех эпизодах, трех голах пролетает рядом, а он не успевает сложиться. Конечно, да, дистанция не такая далекая, но вот мяч... Где уже третий год играет? Йоханнес Вандерберг, прострел. И счет чуть было не становится разгром. Тем более, что здесь был фол, который сделал паузу в игре. Да, Владимир Дарин, но здесь, конечно, Кевин Краус, центральный защитник, пытался сыграть... Вот центральная часть, где очень много народу. Там, конечно, тяжело пройти, надо, наверное, флангом действовать. Пенальти. Пенальти. Секунду. Вот и герой первых трех эпизодов, да, стал антигероем. Итак, капитан Хайденхайма точно в угол.